Меня зовут Андрей. И мои родители хорошие люди, но они живут в каком-то своем мире. Они не замечают меня. Искренне полагают то, что их точка зрения по любому вопросу всегда самая правильная. Я пытался как-то с ними поговорить, чтобы мне стало легче. Но каждая попытка заканчивалась скандалом. Но я все же не сдаюсь, не отпуская руки. И мне удалось с ними поговорить. Мы поговорили, и мне стало легко. Теперь я верю, что все проблемы решаемы.